Привет, меня зовут Яся. На моем канале достаточно давно не было скетчей, а в основном разговорные видео, поэтому этим летом их будет очень много. Поэтому ловите большую порцию скетчей. И сегодня я для вас снимаю видео «Два типа людей». Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и мы начинаем. Поехали! Алло, привет! Привет, Ясенька. Видео снимаешь? А, да нет. А что делаешь? Я сейчас дома. Я книжку читаю, мам. Умничка. Я скоро приду. Хорошо, давай, пока. Пока-пока. Алло. Привет. Привет, мам. Что делаешь? А, да я книжку сейчас читала. Не отвлекаю? Да, я уже закончила. Я хочу историю, как мне открывать. Так, ну все, наконец-то я убралась на столе. Так, ну вроде все. И ничего лишнего, и не пусто. Так, ну что, пора красить ногти. Господи, как же неаккуратно, блин, придется смывать. Так, ну все, пора накрасить ногти. Идеально, как же ровно. Блин. Такое не вытирается-то. Ой. Так, нет, обычными салфетками не получится. Все, отлично. Ясенька, иди ужинать. Так, ну все, я сейчас пойду покушаю и приду заново читать. Оп, где тут моя закладочка? Ясенька, иди ужинать. О, сейчас пойду покушаю и заново приду читать. Так, где тут я остановилась? Ну что ж, ребята, вот такое видео у меня получилось. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. На самом деле, именно скетчи очень сложно снимать, поэтому поддержите меня, пожалуйста, пальцем вверх. Ну и если именно ты, да, именно ты хочешь вторую часть, то давайте под этим видео наберем 460 пальцев вверх. Я знаю, мы сможем. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!